Привет, я Марк Хуцинга. Добро пожаловать в тотальное дзюдо. Я был очень юным, и я не был каким-то особенным подарком в дзюдо. Я просто был одним из многих детей, которые занимались дзюдо, участвовали в соревнованиях. Иногда я выигрывал медаль. В возрасте от 12 до 15 лет многие дети выигрывали больше медалей, чем я. Но мне нравился спорт, и с возрастом я стал прогрессировать. Нет, я не был каким-то очень талантливым для дзюдо. Fighting Films представляет Марка Хуцинга и его фильм «Тотальное дзюдо». Вы можете увидеть все это на Superstar Judo, ведущей онлайн-платформе для улучшения своего дзюдо.